Привет всем! Сегодня я вам хочу показать, как я восстанавливаю вот этот коленвал от китайского двухтактного скутера 50 кубиков. Короче, взял я скутер, ну как, поменялся на всякую фигню, поменялся на китайское дерьмо. Полностью убитый скутер, двигатель, у него там вариатор кончился и поршневая тоже менять пришлось. Здесь вот у него шлицы на вот этом коленвале полностью были убитые напрочь, вообще стертые, поэтому вариатору тоже хана пришел. И я вот взял сваркой, наварил это все дело, маленько на ножаке ободрал, ну тут еще останется потом подравнивать и тоненьким кругом, каким-нибудь алмазом протачивать вот эти вот шлицы делать. Ну попробую восстановить, так-то вроде ничего получилось. Должно и дальше получиться. Также посадочное место вот здесь под подшипник тоже разбито, болтается, придется медной проволокой насрать и потом подровнять, подточить маленько. Тут подшипник нормально сидит, а здесь нет. Но я подшипники новые купил, шатун здесь не шатается, он плотно сидит, ровно, хорошо. Поршневая только поменять, цилиндр оставлю, а поршни поменяю. Хотел новый купить шатун, ну вот этот коленвал целиком, но в магазине его не оказалось. Есть похожий, но у него тонко вот этот конус под маховик, а маховика нет, поэтому мне пришлось вот этот восстанавливать. В Китае заказывать, там тоже надо все размеры, чтобы четко были. И время идет очень долго, там почти 20 дней с лишним. Поэтому попробую этот восстановить, ничего страшного. Что получится, я покажу. Вот, как оно все здесь получается. Ну, это я ножиком обдирал. Так что тут еще потом подровняю, шлицы нарежу. И уже потом покажу, что получилось. Вот и все. Сделал я шлицы вот эти. Вот они так выглядят. Эти шлицы, вот, ну я сделал их с помощью вот этой ножовки, вот такой, ну вот она самая простая, даже ручку не ставил, вдоль шва нарезал, вот так вот упирал и вот так вот его просто край пропиливал. Ну вот как раз вот это полотно, оно ширина вот этой, ну вот этого паза как раз идеально подходит. Ну маленько мата еще, конечно, русского. И вот где-то за полчаса я сделал вот такие шлицы. Вот так они выглядят. Вот эта штучка, ну это одеваться вот сюда. Вот, вот так она одевается и уже не болтается, вот она крепко сидит. Ну, местами ее, конечно, поворачиваешь, она где-то побольше проходит, вот. Ну, короче, все, сделал я ее, вот, она все сидит плотно, ничего не болтается, одеваться она вот даже дальше вот проходит. Короче, можно сделать такие шлицы, если их срывать вот здесь на краю, вот у вариатора. Так что делайте, ничего сложного нету, главное захотеть. Наварил там сварок и обточил. Осталось мне сделать вот это посадочное гнездо у подшипника. Оно здесь прослаблено маленечко. Ну, это я уже сказал, что медной проволокой тут маленько насру погуще. Ну, тоненько так погуще. И потом тоже напильником тихонечко обработаю. И все будет хорошо работать. Главное, вот этот вот часть под сальник замотать какой-нибудь штучкой, чтобы сюда не попали никакие искры. Это обязательно, только под подшипник. Так что все на этом. Сделал я его. Всем пока и до новых встреч.